вы знаете, у нас с сестрой было тяжелое детство. Мы чуть не погибли от лап ведьмы. Теперь мы охотимся на них по всему миру. Ничего не потерял? За последние 2 недели у нас в городе пропало 5 детей. Ведьмы так открыто не работают. Здесь что-то другое. В этом году. Что это за место? Это наш старый дом. Наши родители не бросали нас. Их убили. Вы все-таки нашли дорогу к дому? О, Господи. Месть. А я говорю, сжечь их. Слаще. Мы убьем их всех. Всего на свете. Что-то новенькое. Охотники на ведьм. Ты, наверное, шутишь. Скоро в 3D.